26 мая 2017, где-то пол второго дня. Вы видите, что творится у нас в центре. Вот это Екатерининская площадь, вон памятник Екатерины. Ну да, всех разогнали, кого смогли. Вот так вот у нас пожилые люди встречают шоколадно-кондитерского гаранта. Сегодня еще ко всему еще и последний звонок. Молодежь вся приехала в центр. И им перекрыли проход к самым знаковым, самым. Вы видите, все стоит вообще намертво. Местам гуляний перекрыли молодежи проход и доступ. Да. Именно так. 666. Именно этим числом. Можно охарактеризовать все то, что происходит сегодня в моей стране. Ну, после всего увиденного выше, я уже не удивлюсь, если и Потемкинскую лестницу перекрасили в желто-блакитный. Скажите, что вы снимаете? А мы снимаем YouTube. На YouTube. Это какой, как ваш канал называется? Мой канал называется André34M5. Это вы какую, что вы снимаете, скажите? Ну все. Что вы там, просто обзор какой у вас? Или политический какой-то обзор? А все, что интересует людей. Ага. А вот BDSM вас интересует? Я вижу, у вас на кепке написано. Хороший вопрос. А что у меня? 3M, это фирма, которая... 3M скотч продает, да? А? Я думал, ZM, ZMAS по речи. А, нет. Это 3M, да, этот, товары для этой, автомобильной косметики. А как найти ваш канал? Так и находите, André34M5. О, все, я буду ваш подписчик. Все, пожалуйста, да, да, обязательно. Спасибо. А вы откуда? Я из Комитетской. Ага, с Комитетской или да. С Комитета? Да, пожалуйста, подписываемся, лайкаем.